Всем привет, это Mad Lucas Channel, вы смотрите 10-ю серию прохождения игрушки Spoots Quest. В прошлой серии мы собрали наконец все 4 элемента для того, чтобы снять проклятие, но оказалось, что это была ловушка. Оказывается, ужасный волшебник Панчос заколдовал Мерлина, и, короче, мы для него доставали все эти 4 элемента. Так, что у меня есть? У меня энциклопедия в кармане, которую надо бы отдать чуваку, который собирает книги. Привет. О, эта книга замечательная. О чем она? Это о мальчике, который продал, как бы сказать, семейную корову за магические бобы, которые затем выросли в большой бобовый стебель, который... Короче, пронзило облака. Что-то вроде такого. Ну, короче, известная какая-то сказка. Давайте ему дадим энциклопедию. О, отлично. Короче, мастрит для... Короче, ладно, неважно. Он дает мне 15 монет. У меня теперь 80 монет. Я даже могу как-нибудь потом подлечиться. Но это чуть позже. Так, а сейчас нам нужно, собственно, найти, как нам попасть в логово к Панчосу. А, во-первых, давайте зайдем к королю, расскажем, что там вообще приключилось. Отец, большие проблемы. Что случилось? Короче, Панчос стащил все эссенции и схватил Мерлина. Вот, зараза. Так. Ну, короче, видимо, короче, мы писали все это время под его дудку. Ну, короче, ладно, здесь ничего интересного. Короче, мы должны найти его и победить. Короче, как? Непонятно, но мы должны. И, короче, нужно найти его логово. Это как бы небесная крепость. И как же мы туда попадем? Ну, короче, подсказка у нас уже есть. Мы туда можем попасть при помощи бобового стебля. И что-то в этом роде. Собственно, давайте этим сейчас займемся. То есть, как бы, попасть туда довольно быстро. Берем корову. Вот, короче, бедный фермер. Чего у него только не утащили? Яблоки таскаем. Еще там что-то у него утащили. Здесь еще курица есть, которую тоже можно утащить. Но я не нашел ее применения, поэтому пусть она пока находится здесь. Так, и пойдем, давайте продадим эту корову и получим волшебные бобы. Привет, наркоторговец. Трейдер, скажи мне, мальчик, а тебе не нужны волшебные бобы? Да. Так, давайте дадим ему Milky White. Ага, о, целая корова, круто. Короче, вот на тебе боб. Вот он боб. По-моему, даже такая же головоломка была в игрушке «Приключения Дизи», там тоже где-то по облакам надо было прыгать. Короче, ничего здесь нового не придумали в этой игре. Давайте теперь этот боб посадим. Волшебный боб. Ну, конечно, он так не прорастет, нужно его еще водой полить. Так, здесь как раз ведро где-то находилось. Давайте его возьмем. И вот самое интересное, что отсюда вот набрать как воду, я не знаю. Здесь вроде как веревка оборвана. И, кстати, у меня где-то валялся кусок веревки. Может быть, здесь можно квест решить другим способом, пытаться отсюда веревку набрать. Но на самом деле можно другим способом сделать. Просто взять и искупаться в океане, что называется. Ну, я потом попробую с веревкой, может, ее туда можно привинтить обратно. Хотя, с другой стороны, должно было хватить. Так, давайте поставим здесь все. Ведро наполнилось, теперь оно с водой. И давайте польем морской водой со всякими солями, минералами. Короче, как удобрение будем считать. Ну, просто здесь вот в колодце вода пресная. Здесь вот удобрим магический
Боб водичкой. Отлично. Что-то быстро поросло, кстати, на самом деле. И давайте просто пойдем искать, где живет наш этот Панчос. Так. О, короче, что-то не видно, где он там живет. Ой, ой. Что-то я упал. Так ведь можно разбиться. Так. Так, так. Так, так. Главное вниз не падать, аккуратно. Осторожно, потихонечку. Поднимаемся все выше и выше. Так, и вот, кстати, уже виднеется какая-то суша. И на самом деле вот он сам замок, где живет волшебник злой Панчос. Здесь вот у нас радуга. Интересно, зачем? Ладно, давайте пойдем внутрь. А, смотрите, кто пришел. Короче, жить надоело. Короче, он нас будет теперь преследовать, пуляться всякой фигней. Кстати, здесь Мерлин живет. Мерлин! О, кто здесь? Это я, сын короля Артура в форме лягушки. Чарвинг. Ага. Короче, нам нужно победить Панчоса, но он сейчас вот забрал, обрел большую магическую силу. Короче, будет сложно остановить. Короче, сейчас только именно это важно, что мы должны остановить. Мы, короче, поищем ключ. Короче, здесь нету ключа. Это магическая темница. Отсюда как бы нельзя таким образом выбраться. Вы лучше найдите мою книжку заклинаний и мой как бы жезл волшебный. И тогда мы сможем выбраться отсюда. Давайте сохранимся и немножко здесь осмотримся. Так, здесь у нас что такое? Здесь у нас можно здесь забрать синий ключик, кстати. Вот этого Панчоса можно немножко побить, и тогда он будет исчезать, но все равно через некоторое время появится. Так, возьмем синий ключ. Кстати, что у меня есть в руках? У меня куча ненужных вещей здесь в руках. Изумруд какой-то, амулет какой-то. Надо будет их выкинуть. Так, кстати, зря я отсюда вышел, потому что здесь... Да, Панчос, зараза, ну давай, рассосись. Так, здесь у нас тринкет. Уже 41 тринкет. Если честно, я в этой серии не обещаю, что соберу все 50. На самом деле я все 50 точно не соберу в этой серии. Так, давайте синий ключ использую. Но, возможно, потом будет некоторая специальная бонусная серия, в которой я постараюсь собрать все, что найду в этой игре. И, вероятно, эта бонусная серия будет, как сказать, далеко не сразу. Так, здесь пройти нельзя, нет? Давайте эту фигню протащим немножко подальше. Собственно, вон жезл лежит, и здесь еще есть золотой ключ. Я допрыгну? Да, я допрыгну. Я мог даже, по идее, без камешка допрыгнуть. Так, а с камешком я смогу до жезла допрыгнуть? Насколько я помню, нет. Это проблематично сделать. Нет, здесь нужно двойной камушек, короче. Так, давайте я... Так, так, так. Здесь, по-моему, из стенки ничего нельзя выломать. Нет, боюсь, здесь ничего нельзя выломать из стенки. Так, ладно. Давайте просто аккуратно поднимемся наверх. Сказал аккуратно наверх. Там уже Панчос появлялся. Но, короче, нам он не интересен. Давай, уйди, зараза. Так, все, он исчез. А мне, оказывается, нужно вот сюда. Оп. Ай. Короче, довольно долго нас ищет, на самом деле, но ничего страшного. Так, открываем желтым ключом. Здесь у нас паучки. Паучки. Мы их аккуратно уничтожим. Так, и там мы можем еще раз подняться, еще выше. Наверное. А нет, здесь просто можно камешек столкнуть.
что-то почему-то он не совсем хорошо сталкивается. По-моему, там что-то его держит. А, его же надо в другую сторону, как бы. Так, сколько у меня здоровья? 24. Ладно, пока еще терпимо. Такая еще музыка здесь трагичная. Так. Так, в другую сторону. Теперь мне нужно подняться было наверх. То есть этот камешек протолкнуть дальше. Так, панчес, давай исчезни. Так. Так, отлично. Толкаем вперед. Пучки. Так, вас надо бы того. Так, а если я так вот сделаю? Нет. Он застрянет внутри камня. Ну ладно. Я думал, я смогу раздавить. Так, паучки. Чего не убиваетесь? Давайте. Рассасываемся, пожалуйста. Господа паучки. Так, все. Сейчас здесь еще появится этот опять кадр в красном. Так, вот он опять появился. Так, я не хочу с ним связываться. Лучше я буду отходить и прятаться. Тоже хорошая стратегия. Так, теперь отсюда, благодаря этому камушку... Да блин. То есть, как бы, хоть и лягушка на другом экране, но все равно она... все равно я, как бы, подвержен атакам Панчеса. Давай, рассосись. Все, по идее, сейчас он должен появляться. Наверное. Я не знаю. Так, вроде я живой пока еще. Так. Так, мне нужно вообще зеленый ключ достать. Как-то. Так. Так, что-то я туплю. Как мне его достать? Позвольте, господа. Так, ну ладно, как минимум я открыл здесь проход. А что дальше с ним делать, пока непонятно. Ну ладно, я думаю, я разберусь. Так, Панчес, отстань от меня. Так, ух. Прекрати меня преследовать, пожалуйста. Так, нет, не все-таки надо туда пройти. Так, что-то я туплю, что мне надо делать-то? Как мне пройти-то дальше? По идее, мне нужен кубик. Мне нужен кубик для того, чтобы... А с помощью него забраться чуть повыше. Давайте искать кубик, может, здесь в стене есть. Так. Вот кубика-то и не видно. А, блин, я идиот. Можно же большой кубик дальше протащить и забрать этот зеленый ключ. О. Торможу. Слегка. Ну, давай. Вот, наконец получилось. Берем зеленый ключ и там открываем еще одну дверь. Ну, короче, этот данжен на самом деле довольно простой. Есть единственная сложность, это панчес, который внезапно появляется откуда-то. И портит всю малину. Так, отлично. Есть у нас книжка. А, собственно, для Мерлина книжка специальная. Так, мышка, ты совесть имей. Так, ладно, мышка как-нибудь сама разберется, уничтожится. Во-первых, здесь надо разбить, и во-вторых, надо разбить здесь. Ну, как бы, большой кубик уронить. Так, и сейчас мы его будем тащить через весь уровень. Так, толкаем вниз. Панчес, отстань от меня. Так. Здоровье 10. В принципе, на самом деле его достаточно, этого здоровья.
Потому что перед самой финальной битвой, да, здесь будет финальная битва самая, там можно будет... Зараза. Ух, ё-моё, как меня заглючило. Почему? Да, надо иметь в виду, что здесь такие глюки бывают. Так, это мы выкинем. Это я дальше затолкаю. Сейчас главное не умереть. Ой, что-то вот я боюсь умереть. Пойду-ка я сохранюсь. То здесь очень опасно. Все. Я теперь могу разве что один удар выдержать. Так, давайте. Мышки летучие. Рассасываемся, пожалуйста. Так. Ну, давай, давай. Вот. Так. Все, отлично. Так, теперь это немножко поближе. Потом сверху кидаем маленький кубик. И, в принципе, все, что нужно для Мерлина, мы достали. Ой. Так, здесь дальше пройти нельзя, нет? Нет, не пробивается. Ладно, давайте вернем Мерлину все, что нашли. Так, Панчес, уйди от меня. Так, давайте ему отдадим книжку с заклинаниями. Отлично, теперь нужно палку-выручалку. Отлично, теперь мы, короче, можем противостоять этому злу. Так, давайте. Так, отлично. И теперь Мерлин пойдет останавливать этого страшного волшебника. Давайте сохранимся. На самом деле, никого этот Мерлин не уничтожит. Но как минимум его хорошенько покалечит, поэтому сейчас придется с ним нам разбираться самостоятельно. Так, вот, собственно, проход в башню. Мерлин, ты что здесь? С тобой все в порядке? Ох. Панчес ушел на, короче, на вершину своей башни. Короче, он сильнее меня. Я ослабил его силы достаточно, и у нас все еще есть шанс. Спут, теперь ты наша последняя надежда. Короче, давайте пойдем прикончим его. Давайте. Так, я здесь смотрю пока что по сторонам и нигде вроде не пропустил тринкета. Как же тринкеты собираем, если 41 уже. Так, ладно. Давайте прикончим его. Я сохранился, надеюсь, я смогу его замочить. Так, в общем, моя стратегия просто... Так, позвольте. А, он должен сказать свою речь, поэтому он был неуязвим. Ах, короче, вы глупцы. Бегите от меня, короче. Вот. Вот, все, наконец, теперь стал уязвим. Короче, просто можно стоять здесь и самое главное уклоняться от молнии. А для остального, в принципе, здоровья должно хватить. Как бы здесь довольно, как сказать, не поворачиваешься особенно, но хоть как-то можно, наверное, это сделать. Так. Так, еще я могу выдержать 10-9 ударов. 8 ударов. Так, 7 ударов, 6 ударов. Пять ударов. 4 удара. Вот, отлично, все. Панчес уничтожен, то есть вот. Вот, вроде как заклятие пало. Все. Члены королевской семьи расколдовались. Мерлин тут рядом. Ты сделал это, спут. Ты победил Панчеса и разрушил проклятие. Спасибо тебе от всех людей этих земель. Нет. Сейчас переведу. Короче, спасибо тебе
что люди этих земель могут продолжить, могут продолжать жить в мире, короче, сейчас и снова и навсегда, короче, то вот так вот. Да-да-да-да-да. Короче, дальше здесь не особо ничего интересного, но суть в том, что сейчас Пуда посвятят в рыцаря. Да. Все, теперь это Сир Спуд, рыцарь Редвуда. Все, игра закончилась, сейчас идут финальные титры. Здесь можно будет видеть много-много людей, которые сделали пожертвования на Кикстартере для того, чтобы эта игра была создана. И, в общем, вот. А я, наверное, на этом буду прощаться. Следующая серия, она будет, ну, как раз того сохранения, перед тем, как мы пошли атаковать Панчеса. Я попытаюсь там записать, ну, собрать все, что возможно в игре. То есть все тринкеты, все улучшения здоровья, все билки и так далее. Ну, я могу там довольно долго искать, где что находится, поэтому не обещаю, что эта серия выйдет скоро, быстро. Ну, как-нибудь выйдет, я так думаю. Ну и на этом все. Спасибо, что смотрели прохождение этой игры. Игрушка называлась Пусть Квест. И увидимся в следующих прохождениях. Всем пока!